Всем привет! Вы на канале Логопед для вас. Сегодня я вам покажу, как легко и просто объяснить ребенку, как произносить С, мягкий вариант звука С. На самом деле С и С очень похожи по артикуляции, просто С мы напрягаем сильнее спинку языка и поднимаем ее вверх. Вот, объясняем ребенку. У него, скорее всего, фонематическое недоразвитие речи, поэтому мы помогаем ребенку и объясняем. Значит, когда мы произносим звук С, он у нас твердый. А так как ребенок еще не понимает, что такое твердый звук, мы просто можем нарисовать гантелю, что она такая твердая, и мы будем произносить этот звук очень громко, твердо и четко. А вот С у нас ласковый звук. Не мягкий, а говорите ласковый. Можете нарисовать перышко. И объясняйте, что звук у нас мягкий, как перышко. И показывайте. Вот гантеля. И говорите С. Твердо, уверенно, жестким голосом. И С. Мы говорим ласково, мягенько. С. И вот так вот объясняете. С. Уверенно, С, ласково. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.